Приветствую вас, дорогие мои. В этом видео мы с вами рассмотрим особенности использования времени Past Perfect. Это видео подготовлено для людей, которые уже прошли основной базовый курс по временам, поэтому объяснений, когда и как использовать время Past Perfect, здесь не будет. Если вы сами до сих пор путаетесь во временах, рекомендую записаться ко мне на бесплатное занятие в Директ. На нем мы составим вам индивидуальный план обучения, и у вас будет возможность получить скидку на месяц занятий вперед. Поехали! Who was this Joseph Smith guy? Why did he believe that Native Americans were actually white people from Jerusalem? Well, because he found ancient books they had written on gold plates. Первая часть у нас создает контекст ситуации. Мы четко видим, что у нас прошедшее время. Во втором предложении у нас есть действие в прошедшем времени found и предпрошедшем had written. Одна из отличительных черт аспекта perfect это то, что он у нас указывает не на действие, как делает, например, аспект simple, а на результат, то есть на ситуацию, которая возникла вследствие этого действия. В этом предложении had written является первопричиной всего, что происходит дальше. Все остальное является результатом этого действия. То есть, если бы они не написали древние книги, он бы их не нашел, и, соответственно, он бы не верил в то, что они из Иерусалима, мормонизма тогда бы не существовало, ну и так далее. Классический случай очевидного детерминизма. Хочу обратить ваше внимание на то, что придаточные предложения не являются необходимыми для времени past perfect. Все примеры в этом видео подобраны специально, чтобы ситуация, о которой идет речь, была максимально четко видна. Но будьте готовы, что в реальной речи ситуация будет понятна из контекста, поэтому придаточных предложений просто не будет. Signature needs work. It soon came time to put our preparations to the test. Jerome had been engineered with everything he needed to get into Gattaca, except the desire to do so. Здесь уже не так все очевидно. Во-первых, у нас нету придаточной части. Во-вторых, если не знать сюжет фильма, то понять, почему есть именно Past Perfect, достаточно затруднительно. Джером был генетически создан как пилот космического корабля, но сам он лететь никуда не хочет, поэтому он помогает второму парню подделать результаты генетических тестов, чтобы он смог попасть на миссию, которую организует Центр космических полетов, который называется Gattaca. Первая часть является контекстом, который указывает на то, что во второй части речь идет о ситуации, которую я озвучил выше. Здесь стоит Past Perfect, потому что эта ситуация возникла только потому, что Джерон был генетически спроектирован. То есть это первопричина. Без нее этой бы ситуации не было. Последний пример оставляю вам на самостоятельное изучение. Первый человек, который в комментариях даст наиболее полное объяснение, почему здесь используется именно Past Perfect, а не Past Simple, допустим, получит скидку 50% на первое занятие. Сегодня все. Детерминизм.